Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что сразу после подписания трехстороннего соглашения по Карабаху власти должны были попросить прощения у народа и уйти в отставку. 10 ноября власть должна была встать на колени и попросить прощения у народа, и если бы у них было достоинство, застрелиться, заявил Кочарян на пресс-конференции для российских СМИ в четверг. Соглашение нам, конечно, не нравится, но чтобы иметь хорошее соглашение, нужно выигрывать или хотя бы не проигрывать войны. Подписанный документ изложен на полутора страницах. Подобные вопросы не решаются полутора страницами. Придется наработать много документов по отдельным деталям, сказал Кочарян. По его словам, власти не способны сделать это ни интеллектуально, ни профессионально, ни морально. Действующее правительство Армении не может достойно вести переговоры по Карабаху, отметил второй президент Армении Роберт Кочарян.